Первое мероприятие под названием «Здесь память светлая живет», посвященное 30-летию самого музея, состоялось сегодня. Поздравить сотрудников музея с юбилеем учреждения пришли и руководство, и неравнодушные к истории родного города сочинцы. Напомню, 16 апреля 1947 года Валерия Барсова попрощалась с Большим театром и переехала в Сочи. Здесь, на улице Черноморская, для нее построили дачу по проекту архитектора Люблинского, где она и планировала открыть оперно-вокальную студию. В 1988 году в доме Барсовой, который она завещала городу, открыт отдел музея истории Сочи, дача Барсовой. На встрече вспомнили тех, кто стоял у истоков создания музея, собирал материалы, разыскивал очевидцев событий, сценических партнеров, создавал первые экспозиции. Сегодня здесь регулярно проводятся тематические выставки, а теперь стартует сезон музыкальных вечеров. Солировать будут ведущие артисты Сочинского концертно-филармонического объединения.